Доброго всем дня. Есть какие-никакие новости. Новости, конечно, сегодня у меня маленько, слегка не по теме, но все же они есть. Хочу с вами поделиться. Итак, что у меня на сегодня? На сегодня я опять колымлю на ножах, делаю якуты. С бритвами пока у меня опять перерыв, коплю деньги. То есть накоплю деньги, заведу или там пару дорогих, или пяток дешевых, что-то такое вот замострякаю. Да, в общем, в принципе, в этом плане с новостями особо нечего рассказать. Но у меня вот сегодня подарок как бы пришел. Сам для себя подарок сделал. Это я купил у мужиков с Урала. Вот такой вот камушек. Все, наверное, уже видели его. То есть распечатал, смотрел. Тут легкие такие цапочки были. То есть для ножей самое то. А вот для бритв я его притирал. Притерся он быстро. Довольно-таки прям не ожидал от него, что так легко это мне все будет. Вот. Так что вот из Челябинска такие вещи присылают. Бритвку тут свою заточил нету. Это пока еще руки не дошли. Смотрите размер. А? Русский размер, да? Тут два камня, в принципе, могло бы быть, если в дальняка распилить. Вот так вот. Что мне прислали? Прислали мне такую штуку. Черный сланец с Урала. Это Челябинск. Вот так вот. Ой, инструкция. Наверное, тут я особо никого не удивлю. Но, чтобы, как говорится, было что почитать. Все, в принципе, понятно. Вот. Ребятишки, конечно, заморочились конкретно. Заморочились они как? То есть, во-первых, не пожалели такого объема. Это раз. Сейчас я слегка протру. У меня тут еще только что вот сейчас правил бритвку. Вот. Сейчас давайте все подробнее. Это он после притирки. Просто сейчас его тут надо помыть, чтобы он вообще прям чинный был. Все это в деревянной такой вот подставке. Подставка с каемкой из латуни. Мелочь вроде, а приятно. Но камень вклеенный. Он не вынимается. То есть сейчас я уже не покажу. Единственное, что у него какой недостаток был, это вот это, видите, наверное, там подставка была полностью деревянная, лаком покрытая, но она по столу каталась как лыжа. Поэтому я взял вот такие вот обрезочки кожи вот такими махристыми делами вниз. Все это приклеил. Теперь ставишь. Ее невозможно вообще сдвинуть просто. Как приклеенная. Вот это вот... То есть камень нуждается вот именно в такой вот доработке. И если вы собираетесь бритвы на нем затачивать, то его нужно притереть. Причем не особо так прям упорно, как вот прям что вот там возить там час его. Нет, я его минут за 15 притер так, что он прям аж в красоту вышел. Ну вот как бы так. Смотрю, тоже у мужиков дела не очень идут, как и у меня. Потому что вот написано, что это российский производитель. Поэтому дела у них не очень. В принципе, как и у меня, русская бритва. И, естественно, в мою сторону мало кто смотрит. А кто один раз посмотрел, тот больше в другую сторону уже никогда не смотрит. Потому что, прочувствовав разницу, человек понимает, где реально качество, а где псевдо. Вот так вот. В принципе, все, рассказал. Насчет камня я тут не буду там вообще сейчас вам заворачивать какие-то там заумные
темы, потому что есть такие люди, у которых ко мне было раз в 30 больше, чем у меня, а то и все 40. Поэтому некоторые люди есть такие, которые о камнях знают намного больше, знают больше толк в них. И вот мне тут что-то сейчас говорить, разговаривать, считаю, нет смысла, потому что это я себе поправлять бритовки взял, чтобы, то есть она подсела, ремешок не дает уже такой остроты, прям, к примеру, надо подправить, подправил, вот для таких целей. А так, в принципе, много тут всяких вариантов, японские варианты, говорят, неплохие все. Но японский японский, а хотелось попробовать русский вариант, причем за 1000 рублей. Согласитесь, подарок. Это просто подарок. Ну вот как бы все рассказал. С бритвами планов никаких, совершенно. Просто тянул время, коплю средства на следующие какие-то варианты. Все. Больше новостей мне никаких нет. Естественно, если какие будут новости, я вам обязательно покажу, расскажу. Все в подробностях. А на этом до свидания.